Но я сагрил трэш и ушел за угол. Макгрегор зачем пошел туда, в центр ловить трэш. Большой идет, что хватать его и нет. Он, да, у ребра стоит. Бафы раздаем, пока лапу дайте. Каска отошла на 5 минут. Сзади столик поставили, берем. Так и не начавшись, кто не смеет... У нас сколько вырывается? Сразу глянем в списке. Господина. Да-да-да. Да. Ну, кто, смотря, нужен... Есер Дру 6.1 Ршам 6.2 Энг 6.1 Протопал. Да-да-да. Слышал, сказал Протопал. Лови его. Сколько вес Протопал? 6.3. Он там чуть-чуть до биса не хватает. Я был в вашей гильдии, я пытался к вам попасть, кстати. В дарке. А, не, да меня просто друг переманил потом. То, что это. Погнали, мол, к нам, я говорю, не, я говорю, надо это. Он говорит, нет, погнали, и все. Ну, что-то потом как-то пробовал, не получилось. Так, я бы с радостью. Дайте бафы.
Подожди, пусть когда не ловит, зайди на протокол. Я могу тебе основу загнать свою. Синеглазку, протопава. Там еще кого-нибудь. Ну, тут я просто, видишь, гильдию помогаю еще. Давай, я перейду к вам в гильдию. Я даже не против. Давайте ролики Рогот и Макгрегор, кто из вас танк. Рогот и Макгрегор, Рогги. И Даринон тоже роль. Ага. Макгрегор и Даринон на рольте. Что за оскорбляете? Даринон выиграл по ходах, а? А он Геру танчил на фул. Два плюса. Три плюса. Я дам. А, дай мне ассиста, я дам. Вот он там пишет, что если в танка спекнется, АДК не будет у нас. Что, да здесь не простите. Смотри, давай так, не-не. До чумки, то есть первые это 6 боссов, да, танчит один, и потом все остальные другой. Год, да, потанчи первых боссов, Макгрегор всех остальных. После чумки все это поменяйтесь. Макгрегор надо, да, пока. Все нормально, у тебя куча тахил. Ну, вроде у всех есть каски. Да-да. Ну, понял, понял. Все уже разобрались. БДК и протопал, все. Держи.
Оставьте ее от льда, а не от огня. Там от темной магии. Кто-то забрал. Кай портопал уйдет в другой угол от меня, а не в центре стоит. Короче, никто насколько не сознался, мне кидай. Блин, а я на танка писал. Так он мне на БК нужен. Ну. Таю, ханты вырубите, бля. Синеглазка, дай кулак. Синеглазка раздает каски. Кулаки раздает Азазелла. А он с магазина не пришел еще? Он пришел. Здесь его уже давно. Дай кулак тогда. Ты, кстати, Азазелла на будущее в этих мобах, не забегай в центр мобов и не падай. Я думаю, ты от них упал, да? Да, да. Не делай так, потому что тебя придется бафать. Всем тратить реги и тратить время на то, чтобы тебя бафать. Понял, понял. Синтропозиции. Занимайтесь сразу кулом, блядь, синер, там, тем их хуйню ставьте. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Но его, по-моему, рог убил.
не в силах противиться моей воле! Проклятие без пальта. Чё, блядь? Алло. У тебя три мага еще в рейде. Что вы делаете, блядь? Я в фоне контроля, нихуя. Да? Да. Вы осознали бессмысленность своей... Кинул бы в него койл, подхилился бы. Я думал, за контроль этого. А ты нахуя тут, блядь? Ты ж скилловый пацан, должен делать все на... Да. Не обнадись только если. Послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нафиг шипы он, ёпт. Мне нужна цель. Это похож, храбрые войны. Солдат Альянсу тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Он норка. Он не хопка. Нет. Гляньте, сыны и дочери. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарага. Ортрон, взлетаем. Нет. Багель. Репликом? Что это там вдалеке? Ну чё, зайду в инаком. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Ну слушай, ещё один фраз ДК. Сейчас мы
ответите перед Солшфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Артету делать нечего! И скоро пойдем! Пехота! Сержанты! Ой! Уничтожить их! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Нашел уже. Заебись. Он вылезал, что ли? Год, по-моему, вылетал, что-то мне пропал. Ну, зашел. Там только прилетел БДК на тот корабль. Вовремя. Не открывай ты. Мне лут надо? Нет. А там что-нибудь сундука, кроме трени, до танка падает, нет? Ну, только трени, да, по-моему? О! Туманы терпится, нет, да? Маните рогу, а то завис в этом в небе. А что там упало-то вообще? Каски пускай раздаст, протопал. Да пришел, что-то тыкнул, ни хрена. Еще раз делай. Так, я завис на то. Кинь меня, а? Кикни, я сейчас прибегу. Да он пришел, я принимаю, а не могу ничего сделать. Молитвы. Да заткнись ты, ебать. Дайте, пожалуйста, мамонта. Короче, я музыку врубаю. Это я схожу, покурю пока. Вон он плюсанул, убери в грейд.
Лапу дайте, друиды. Ты про Персиваля говоришь? Так я не сдох, я просто завис в небе. Нозра, выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Лет только что... Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Сегодня я... Да все пучком уже. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Их повезло. Ну хил тут пусть напишет. Кто светом бьет? Протопал скорее. Неуметка была. О, воля упала. Да.
Примем тебя, как подобает. Я ее сролил и надел. Рядом с матерью. Я ее сролил, надел и ношу ее. Пить хотели, но я ее для себя ролил. Я еще станочь на мне. Оттепайтесь. Добьем. Смотри, я скину. Это что, 20 в 25 гер я попаду, нет? Синеглазка. Шесть и три по один. Ршам 6.2. Это я не знаю. Я релогус, мне бог заесть что-то. Мне вот как-то на протопале лучше играть, мне больше протопал нравится, чем ретрик или холик. Да. Ну, я говорю, мне больше танчить нравится на протопале, чем хилить или ддшить. Правильно, что там танчить на протопале, таунт нажал, да и все, блядь. На чем козем? Нет, ты доволен, я свинтишку забрал. Будешь ты? Да, Геркуля. Нэнха сегодня выйдет. С кем это ты КД повесил так? Кто был в пятницу ранее? А, бля, у меня в пятницу не было в рейде, я на футболе мог. Фак! Кто сегодня целка ведет? Баня. К Ване нужен в рейд этот человек, который нет бьем, будет постоянно говорить. На его все вайп. О, порнушная группа этот приняла мою заявку. День ждал где-то.
А тут мужик член выкладывает. Я отписываюсь. А сколько стоит Водина? Войд. Не-не-не, я не в это, не за ЕП, за ГП точнее. Но не отдается за ГП. Отдашь? Ну, на паладине, Богер. Блядь, какое тебе Водина на паладина? Не-не-не, я на ханта, я на ханта. Я бы тоже на хантах. А что, Водина у меня вообще шея синяя. Поторгуйтесь, если ты заскупишь. Войд, ты только не надумайся, ГП начисляется это. Я еще раз его перезапущу, меня походу из аккаунта... Не, ну он просто спрашивал за КП сколько стоит, это бред. Не, ну, бля, я думал, ну, окей. Не, ну вообще это, мне кажется, Олег надо спрашивать. Согласен с Славой полностью, если кто-то будет ее носить, то это нормально. И, блядь, в свое время в адептах еще только кому не уступали, каждый причем. Че, Слава, дашь на ролл одеть? Водина. Так, ребят, кто у меня просит Водина? Хант я вижу, а еще кто? Как бы у меня шея 146 левела, вряд ли я подавать ее буду. Ты мне в личку сейчас написал? Да. Ну а давай мне обмен, я тебе дам. Добьем. А вы куда пошли, на челку? Сорян, у меня бог зависает, я не знаю. Грегор, у меня 19 или 18. По-моему, Грегор чуть больше там. Нет, там, по-моему, меньше 19. 18 с чем-то было, нет? Я удали. Зачем в обычке? В нормах. О, ты слушай, еще один Водин, слушай, это точно мне. Тут еще один Водин воет. Жестко. Ага. Вот, Слава, возьми в таргет мою цель. Слышите, если бы мы были баптистами, мы бы сейчас типа «Оу, oh, хэппи!» Ой, блядь. Красавцы. Да. Бьём. Сам, вот, возьми вот тут, мою где цель, хан, Слава. Цель ханта возьми. Ну, дай.
Давай мне. Его надо, давай, благодарю, что я отдал. Бля, меня харкнули, не ходи туда. Хант, не ходи туда, там харкает. Маленький кружочек внутри. Меньше забегай. Хант, лучше не ходи туда, оно харкает. До меня достало прям. Приходите. Портопал тут нет. Да. Большого забирай. О, видишь, я же сказал. Новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Читать это заклинание. Надо ждать. Липучка-вонючка! Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Липучка-вонючка! Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! А ты сможешь ты лут раздавать-то? Отличные новости, народ. Я починю... Большого забери из Мелизон. Взрыв. Бежали. А теперь побежали. Липучка-вонючка. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка-вонючка! Отличные новости! Вы мелких диспелите, что ли, или что? Что так быстро появляется? Опять взрыв. Народ. Гниломорд сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи. Блин, как бы я сейчас ДК делал? Ого! Да я поэт! Потрясающе! Саня, шкафы. Стойте, а кровь, как это, как его получить-то? Квест взял? Азазела. Квест просто делаю. Тихо. О, спасибо. Где приз? Нет. Теперь хотим. Отделимся!
обычное облако газа. Только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Мили есть, остальные несите. Ты что делаешь-то? Стой на месте! Стой на месте! Встань так, чтобы достало и миликов, и танка. Тебе надо было встать, грубо говоря, в ногу влево. Так две же хватит вполне. Для, даже для ТГ-шки. Если один маг сделает два шага назад, а другой два шага этот, вправо, то вы бы не блевали. Мильки плохо сносят спор, на танках нет ни одной, ни одного стака. Так я и так стою в этом, в кружке в красном. Все, на возьми, забирай. Квадратик, видите, как стоит в милизоне? Вот так вы и должны стоять. Ты всегда был моим любимчиком, как и гниломор. Давай кикнем пока из була, пока ивент пока что. Кика из була, покуда, но чтобы запустить ивент. Ребята, кровь кому нужна, нет? Мне просто для квеста. Не-не. О, ништяк. Спасибо. А что там за хлам? Омоложение плюс буйный рост. Потом Гринни возьмешь магу, если ты не заметил. Да.
Рахиса. Да, да, да. Заходить можно? Аванс. У нас ивент еще не начался, заходи. Народ! Все. Да, да, да. А че, народ, а че лучше паладину, ретрику? Лучше скорость или мастерство? Ну, смотря чего у тебя не хватает. Ты берешь, тогда... Несмотря чего не хватает там, да? Конечно. Но мастерство в любом случае надо добирать тебе. Но добирается 26, шмотом. Ну смотря сколько мастерства у него, там же от печати еще мастерство идет. Так да, но ну, это символ надо, да. То есть 7 миликом 26, а ретрика 21. Что за фигня? У меня вообще 12, и мне пофигу. Вот там глиф на 10, да? У меня на энхе 20. Ставишь да, и Самоним Маркс. Ой, я после проф отойду минут на 5. Что, покурим, да, дойдем или что? Не, ну я лично посрать просто хочу. Мими. Прото-ауру поставьте, зачем о тем, чем поставили? Отличные новости, народ! Зачем хантнуть? Нет, вот именно без напола. Друиды, хватайте, омоложение плюс буйный рост по купле. Омоложение плюс буйный рост по кукле. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Странно, пиздец. Вчера в Гере убили его. Вы этот желтый. Красный вышел. Все, квест сделал, дальше замедляйся. Да, замед.
Там бежишь. Ты делаешь, во все будет. Ебать, я не заметил, сорян. Да не убегай уже. Все ж боб дали, стой. И грани не забудьте ударить. Ой, хочешь скажу, чтобы тебе стыдно было? Это, по крайней мере, не гусь. Это, по крайней мере, гусыня. Ну, типа, да, вроде. Да я думал, добьем. Прерыв будет, нет? Да не надо меня резать, не надо. Я просто встану, подойду к этому, к совету и отойду. На пять минут разойдемся, да? Сейчас быстро перегулю. Давай я возьму. У меня вообще синий трини. Ну да, на крелю. По-моему, у меня ее нет. Либо есть, но с Гера. Ну, сумки нет точно. Я не успел Так, хилы здесь, танки здесь, любой ШП. В общем, ШП, я отойду пока. Он штук, да, и аколы под черепом. И танки готовьте забирать. Аколы под черепом, вот штук.